Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. А сейчас узнайте, когда же начнет действовать ваш мужчина. Ну и, соответственно, как, да? Когда же он начнет действовать, девочки, дней через 8. Начнет действовать, это если у вас ссора, конфликт, расставание, разрыв, развод или мужчина пропал. Если же вы в отношениях с мужчиной, то, скорее всего, это будет 8 часов. То есть через 8 часов, если вдруг там с утра вы ему написали, и он не ответил, да, ну, потому что занят работой, то, скорее всего, через 8 часов он обязательно откликнется и напишет вам. Вот, если все-таки у вас ссора, конфликт, расставание, разрыв или развод, то через 8 дней. Вот, будет у вас выяснение отношений через 8 дней, да, то есть он-то напишет, он-то, да, будут от него, но пока это будет либо, ну, скорее всего, сообщение, да, то есть я не вижу прям конкретных шагов и действий. Вот, еще будут ли позже какие-то действия, да, все-таки будет переписка, сначала будете выяснять отношения, а потом встреча, то есть вот через 8 дней он напишет и где-то, а в ближайшие дни, там день-два, будет встреча. Как выясните отношения, так и будет. У вас встреча. Вот, и закрутится у вас снова, то есть вспышка чувств, страсти. И закрутится у вас роман. Так что действия с его стороны точно будут. Сначала немножечко такие неуверенные, да, то есть будет смотреть на вашу реакцию. Вот, а потом более активные.